Гуляя с друзьями по улице, мы, проходя мимо магазина, к нам подошла девушка, сказала, что в магазине мужчина с ножом. А стоя здесь, я увидел в дверном проеме мужчину, и у него был нож. Когда он нас увидел, он начал убегать. Зная, что магазин сквозной, я говорю своему другу, чтобы он пошел в магазин, а сам побежал в обход. Я сделал ему подсечку, преступник упал.